Всем здорово, ребят. Ну что у нас сегодня? Утренний обзорчик, как обычно, Castle Clash. Поехали посмотрим, что у нас тут есть интересного. Начнем давайте с Тайваня и пойдем дальше. Все так же нету сумок нового героя, его не продают. Единственный вариант — это фармить Одинокое море, которое лень фармить просто. Просто лень. Так, что у нас на Тайване? На Тайване у нас все как обычно. Ничего такого. Это за смены. Для питомцев. По 25 тычек. Да, ничего нету интересного. Тут тоже, тут ничего не поменялось. Шарик. И обмен. Ну, обмен я вам уже показывал. Не знаю, как по мне, это самый бредовый обмен, который был. Но здесь он хотя бы был. И есть. Так, окей. Поехали на русский сервер. Пошли. Идем посмотрим, что у нас интересного есть на ру. О, нифига себе. Воздушный шар, да здравствует он. И что мы видим, ребятушки? Мы видим, обмена у нас нету. И, наверное, это к лучшему, что у нас такого обмена нету. Потому что обмен в этот раз печальный просто. Просто печаль. Я аж закашлялся. Шар тоже просто печаль. Вот эти вот сумки, с которых нифига толком не выпадают самоцветы, это раз. Скины на здания, которые по сути, ну, их и так можно достать на некоторых серверах, их и так дают в акциях, и скин на Трифида, то есть по сути тоже хрень. Ну, для бездоната, конечно, все хорошо, но можно было бы вместо двух сумок засунуть какой-то нормальный один скин, либо вместо этого всего поставить на него нормальную цену на целый месяц, там, или 20 дней, сколько у нас идет оно, и все было бы good. Но, увы, нам сделали вот это. Вот это вот этих две, это я вообще не понимаю. Нахрена было это сюда запихивать? Вот этих, по сути, 10 попыток на питомцев, которых можно и так собрать через кибешку, там за 5-6 дней, запихнули сюда. Нафига? Вот вопрос, вот нафига? Для чего оно в шарике? И плюс, ну, вот это, наверное, самое топовое, самое нужное, что здесь есть. Это руны таланта 10 уровня. Все. Остальное все просто нафиг не надо. Просто пипец какой-то. Нафига вот это вот было делать? Ну, вот. Они это называются, знаете, они советовались с игроками. Они нам обещали обалденную обнову, в которой там будут куча нововведений. Вот где эти нововведения, непонятно. Добавили новые, добавили два героя. Один донатный, один бездонатный. Добавили новую суперчару, которая... Плюс я за питомцев вообще молчу. Там ихняя прокачка, ну, бешеная. И все. Это называется... Изменили кардинально игру. Ну, короче, что тут удивляться. Так, магазин скидок. О, нифига себе. Посмотрите, какой, ребятушки, у нас магазин скидок. Просто бомбический. 10 слизней за 200 самоцветов. Это без скидки. Но зато топовые желтые слизни, которых можно на других серверах по 100, по 200 получить, у нас все равно за монетки. Что я могу вам сказать? Я на немке такие слизни себе героев прокачал, взял за самики. На Тайване, ой, на этом, на Аисе то же самое. Только на ру такая хрень. Ну, вот так вот. No comments, короче. Поехали дальше. Сфера дракона. Базар, рулетка удачи. Ну, поехали, посмотрим. Может, где-то здесь запихнули нового героя. Сундуков за 60 попыток. Это просто эпические, чарующие подарки тут.
Это акция, по-моему, которая за покупку мешок Prime Tomblast. Ну, это просто пипец. Открыть сундук. Сейчас посмотрим, что за открыть сундук. Что я могу вам сказать? Думаю, вы так все понимаете. Почему на русском народ перестает играть и вообще забрасывает играть в игру? Ну, в основном забрасывают на русском сервере, ребята. На других серваках ребята играют. Поехали. Поехали на немочку, посмотрим, что у нас сегодня есть интересного на немке. Самое интересное, что у нас даже обмена на русском не добавляют. Вообще просто тупо забили хрен. И все. И на этом все закончилось. Так, понятно. Это хрустальный сундук. Такое. Не ахти. Хрусталка. Ух ты, сколько я дней пропустил. Что-то меня обнова выбило. Выбило с колеи. Так, что здесь по рынку? Ну вот, пожалуйста, один самоцвет. Ты получаешь 3 монетки, 200 камней. Просто кайф. 300, понятно. Вот самый большой пак здесь просто топчик. 75 за 11к. Ну, вот это кайф. Восьмые, ребят, восьмые эмблемы на халяву. Сундуки. 11к самов, скажете. Да, вот это дофига. Дофига, это нормальная цена. На айсе, конечно, еще покруче. Но все равно здесь тоже очень крутые акции. Так. Что я могу сказать? Рынок. Рынок тоже топчик. Так, окей, поехали. Самое интересное на английский. Для меня самое интересное английский. У меня вопрос. Когда добавят мешки нового героя? Когда они будут? Сколько нам ждать реально? Или они его типа добавили, а потом нам сделают вау, мега сюрприз, типа вот вам новый герой. Как-то странно, что они его до сих пор не добавили. Так, коллекционер здесь у нас. Вот 300 топовых за Асасю. Так, ну тут ничего не поменяли, это тоже было. Мы доставали это на десяточки. Так, что у нас здесь? Зефирка, таланты, эмблемки. Это надо покупать эти монетки. Так, рынок что нам скажет? Нету, нету. Нету и нового героя нету. Нифига нету. Вот странно что-то. Поинт аркада. Левое число. Что-то странно очень. То ли он с багами какой-то, то ли я не знаю, что случилось, но его не, просто не добавляют. А, сегодня еще и шоппинг-спри здесь есть. Так, что здесь у нас на шоппинг-спри? Уже 5 карт продают. О, уже по 5 камешков. Кто-то и вот это покупает, говнецо. Нафига оно надо? Я даже не знаю. Сумки. Ну, такое. Такое себе. Так, это карта на четвертой получается. Ну, вот так вот. Тоже и эти разбирают. Ну, эти, понятно, 60 штук, 6 попыток. В принципе, нормально. Что там молодая чешется? Обогнал или нет? Мне что-то он приуныл. Странно. Короче, вот так вот, ребят. Давайте еще я сейчас гляну быстренько АЭС. Гляну, что там у них. Не забегал я туда. В общем, что я могу сказать по обнове? Обнова говно. Вот реально, если разобраться, герой говно. Чарка топовая. Под нее приходится перероливать. Ну, я 1003 коробок, я 4 штучки вытащил. Так, смотрим, что у нас на Айсе есть. О, нифига себе!
Сейчас я вам АЭС покажу. Сейчас я вам покажу этот рай. Так, где там мы? Блин, что-то горло дерет. Надо чайку сделать тепленького. Поехали на АЭС. Вот, ребятушки, наш АЭС-сервер. Заходим сюда. Удачный флип — это для доната. Сокровищница — это понятно. Магазин скидок. И делаем вот так. Обновить. Чик. Минус 60%. Скин на стрелка. 2000 самоцветов. Последний скин он на стрелка. Нормально, нормально. Остальное, конечно, у меня здесь высветило. Ну, здесь есть топовые плюхи. 10 тысяч. 10 тысяч камней пламени, офигеть, 8 рун, ну вот это тоже кайф, вот я не знаю, это кайф. Но это не все, поехали сюда. Вот, набор снабжения, внимательно смотрите. Набор снабжения, 300 ни о чем, 5 тысяч, топчик, топчик, 11 тысяч, по 50 сундуков. Вот это я собираюсь на него копить, но никак не соберусь. 29к самов. 15 монет, ребят, 15 монет вы получаете, скин на Зефира, ну, камешки, но 29 тысяч самоцветов. Заходите сюда, в события, и смотрим, что мы можем на 29 тысяч само купить. 4 мешка Prime для перерола, новые, а это не новые, это старые, ну, в общем, неплохо, да, вот, если так вот покопить. Так, блин, что у меня вечно со слотами лажа? Вечно все забито. Вот это говорит о том, что все время куча халявных плюх. А, вот, то есть вы понимаете, да, разницу, ребят? Сколько здесь можно реально кайфовых плюх забрать? Пакет накопления 25, реально тоже кайф. Временные акции. Это обычный базар, такой же, как и на английском. В общем, вот так вот, ребят, обновы здесь еще так и нету, я смотрю, но нереально крутой сервак и нереально крутые плюхи. Шарика тоже здесь нет, ребята здесь ждут самую последнюю очередь, как обычно. О, отлично, у нас сейчас будет с вами плюс 300 самоцветов. Вот так вот копится у меня по чуть-чуть самики, все просто изи. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите, ставьте лайки, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Бомбите, как обычно. Ну, это просто пипец. Вот этот сервак меня реально улыбает. Кайф. Я вчера делал здесь обзор на топ-5 аккаунт. И реально здесь тоже кайф играть. И донатом, и без донатом. В общем, вот такие вот дела. Всем удачи, всем пока.